нас следующие полтора часа есть возможность конструктивно и обсудить с разных сторон действительно важную актуальную тему выстраивания эффективного диалога и сотрудничества между государствами и многодетными семьями, которые сегодня очень нуждаются в помощи, всестороннем внимании и активной поддержке общества. И первое слово я представляю Анне Юрьевне. На мой взгляд, те зоны, наверное, в которых есть наши вопросы, в которых можно искать ответы, безусловно, их больше. И, конечно, каждая вот эта встреча, она делает шаг на пути к решению этих вопросов, как масштабных, каких-то глобальных, системных, так и конкретной семьи, конкретного города, может быть, конкретной организации. Поэтому я хотела бы особо отметить, что объединение сил, в данном случае это госкорпорация, представители власти, представители общественных организаций, сообщества многодетных семей. Вот именно такой тандем, он дает возможность услышать все стороны и участники, которые могут быть, принимать решения для того, чтобы те проблемы, которые сегодня есть, решить. Конечно, не нужно делать себе сразу каких-то, ставить цели, когда решить можно сразу все проблемы. Естественно, что мы их необходимо понимать, что потихонечку, поступенечку, разрабатывая от одного к другому, от решения проблем на одном предприятии, к следующему и так далее. Сейчас вот мы несколькими словами буквально переговорили, перебросили с руководителем о том, что есть различные корпоративные форматы поддержки многодетных семей, которые можно развивать до бесконечности. И, может быть, какая-то из них ляжет в основу федеральной поддержки. Сегодня стоит задача аккумуляции тех мер поддержки, которые существуют в регионах для проработки федерального закона о многодетных, о котором я сказала в вступительном слове. Созданные рабочие группы сегодня мониторят законодательство в регионах Российской Федерации о различных формах поддержки многодетных семей. Какие они есть, начиная там от льготного питания, от льготного участия в представлении там инфраструктуры, отдыха и так далее, заканчивая некими более глобальными системами вопросами. Поэтому здесь ваша сегодняшняя встреча нам принципиально важна и максимально актуальна. И президент вчера сказал об этом в своем послании, но нам хочется, чтобы видно было сразу результаты работы. Поэтому от коротких целей, которые можно увидеть уже завтра, до каких-то более серьезных, безусловно, я уверена, что этот путь будет главное, как может быть упорно в их реализации. А сегодняшние люди собрались за этим столом, которые на самом деле переживают за это дело. И я еще раз хочу сказать, чтобы и отметить этот момент, что не только, не столько для сегодняшних многодетных важна ваша работа, а вот сегодняшние решения. Они нужны для тех, кто сегодня принимает решение, а создает семьи, принимает решение о следующих детях. Поэтому задача на перспективу с решением конкретно сегодняшних вопросов. Я хочу пожелать вам удачи с нашей стороны. Абсолютно открыто. У нас собраны несколько площадок для того, чтобы ваши решения, которые будут выработаны сегодня, могли быть услышаны, сразу приступить, так сказать, действенными оказаться. Значит, первое направление – это вектор детства 2018. Это инициатива полномоченного права ребенка, которая стартовала 1 февраля, аккумуляция лучших практик. В итоге будет создан топ-100 лучших региональных практик, которые станут сокровищницей формы методов поддержки семьи и материнства в регионах, которые будут отработаны методически. Можно будет просто брать и выбирать те форматы поддержки, которые понятны и близки, и внедрять их на различных уровнях в регионе. Следующее – это проект «Центр». Это специальная наша площадка, создана при уполномоченном президенте Российской Федерации для того, чтобы можно было услышать любую инициативу и узнать позицию экспертов по ним, а также, если она положительная, включить ее в работу. В участии в этой площадке среди экспертов принимают участие депутаты Государственной Думы, представители Совета Федерации, агентство стратегических инициатив, фонда президентских грантов, а также иные эксперты, которые проходят по тематике презентуемого
руководить защитой проекта, конкретного, уже отработанного на дискуссионных иных площадках. И если это законодательная инициатива, то принимает участие те, кто может реализовать эту законодательную инициативу в случае, если она пройдет под соответствующую экспертизу и оценку в этом проекте центра. Это на самом деле распространенная практика в местных структурах, мы ее переводим на социальную сферу и видим в ней, надеемся, не видим в ней эффективность, чтобы те инициативы, которые поступают от общественного совета, уполномоченных, который у нас самый большой из всех ведомств, но очень эффективно работающий, можно быть услышан. А также очень много предложений от общественных организаций поступает, и некоторые из них на самом деле планы. На самом деле очень интересные находки, которые сегодня ждут. Поэтому это площадка для того, чтобы можно было услышать те вопросы, те предложения, которые вы сегодня разработаете, придумаете, чтобы они не остались на бумаге, не остались просто документом или некой дискуссией, которая поможет просто рассказать о проблеме. Ну и, конечно, общественный совет, в который Ирина Сергеевна входит, очень активно работает, и много лет мы знаем первый раз, с кем постоянно кушают пензу. Ну хорошо, да. Поэтому приглашаю к участию в общественном совете на площадке проект центра, ну и, конечно, вектор детства, награждение которого пройдет в конце мая. Хочется поздравить вас с этой весной, с тем, что вы такие замечательные, не знаю, народ поздравит нас. Есть у нас такие организации, что принимаются решения о том, чтобы вот за одним столом собрать многодетные семьи из различных регионов для того, чтобы обсудить, принять решение и уже взять это в действие. Мне очень хочется, чтобы эти решения не оставались на бумаге, а сразу же приступали, начинали воплощаться в работу. Спасибо. Я большие надежды возлагаю на эти встречи. Я хочу сказать, что, естественно, все наши предложения, которые здесь будут, мы обсудим, они будут все включены в итоговую резолюцию, потом розыскать всем, чтобы для утверждения. И давайте определим регламент. Значит, выступающие мы обсуждаем в конце, чтобы у нас осталось минут 20. Мы не задаем вопросы после выступления. Устраивает такой формат? Или же вы хотите сразу выступил и вопросы? Как удобно? В конце. Все, тогда мы, значит, слушаем участников, выступающих круглого стола, и в конце у нас обсуждение. Спасибо. Значит, следующее слово я предоставляю Олегу Владимировичу Климанову. Спасибо, Олег Николаевич. Я постараюсь попроще, потому что понимаю, что мы где-то потеряли это время. Расскажу вам о том, какую работу мы проводим в плане взаимодействия и поддержки наших семей и многодетных. И остановлюсь на тех проблемах, которые у нас в связи с этим есть, которые хотелось бы решить. Главной задачей, конечно, для нас всегда является это обеспечение благополучия, полноценного развития наших детей. Ну, много делается за речь в этом направлении, мы смело можем сказать, и я думаю, что те, кто у нас уже не первый раз со мной согласятся, что Заречный – это город для детей, учитывая ту развитую инфраструктуру досуга и отдыха, благоустроенную городскую среду, широкий спектр услуг для наших маленьких горожан, для их родителей. А многодетная семья для нас, она всегда была в приоритете. Вот как сегодня правильно заметил Андрей Николаевич Капустин, то, что вот точка роста нашего населения – это как раз многодетная семья. Потому что два ребенка – это производство себе подобных, то есть роста нет, один – это убыль, а вот многодетность – это как раз то направление, которое нам позволит обеспечить для всей нашей России вот эту важную составляющую демографического прироста населения. И у нас взаимоотношения администрации с многодетными семьями складываются уже достаточно давно, и в 2011 году мы поддержали инициативу наших многодетных семей, которые создали свой клуб, который называется «Мамой». И вот это вот объединение многодетных семей сегодня насчитывает уже более 200 семей. Если учитывать, что у нас многодетные
8, по-моему, то практически, наверное, 90% у нас уже входят в это объединение. У нас достаточно в регионе, оказывается, мер социальной поддержки на газеты. Я не буду сегодня останавливаться на тех мерах, которые у нас представляют по федеральной линии, по региональной. Я вкратце расскажу о том, что делаем мы. А мы на сегодняшний день для наших семей предусматриваем такие меры поддержки, как ежемесячная компенсация до детям, родителям до 12 лет 450 рублей, кормящим матерям 450 рублей и получение специальной молочной продукции детям до 12 лет. Вот эти примеры, это которые мы сегодня можем оказывать всем нашим детям. А дополнительно мы оказываем меры поддержки нашим малоимущим семьям. Мы оплачиваем 200 рублей за жилищно-коммунальные услуги на каждого ребенка, получение специальной молочной продукции, если до года на всех, то малоимущим до 2 лет. Мы компенсируем затраты на приобретение школьной формы в размере 3-4-5 тысяч в зависимости от возраста ребенка. Мы кормим наших детей из малоимущих семей в школах, обеспечивая их разовым горячим питанием. Всем многодетным семьям мы предоставляем новогодние подарки. И вот целый комплекс мер у нас направлен на создание позитивного имиджа многодетной семьи. У нас выстроена система патронажа семьи от рождения ребенка до дальнейшего развития, воспитания. У нас есть перинатальный центр, вы сегодня с ним ознакомитесь. Большой плюс, недавно такой же, ну, наверное, уже лучше, потому что в нашем 10 лет в день открылся перинатальный центр новый. Под постоянным контролем городских властей у нас находится реализация прав ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. У нас 11 учреждений дошкольного образования, в которых более 3000 детей, которые посещают, могу сказать, что у нас нет очереди ни в ясли, ни в детские сады. Это очень хорошее подспорье, и сейчас в связи с ростом возникает вопрос создания дополнительной ясельной группы. В этом году мы ее создадим, потому что прирост населения, прирост детей у нас все-таки есть. Я скажу, что у нас город Заречный, один из немногих городов госкорпорации, где есть прирост населения. Правда, пока он за счет миграции, не за счет рождаемости, но мы, я думаю, что в скором времени, мы 2 года назад у нас рождаемость превышала смертность, то есть мы уже где-то на грани того, чтобы у нас рождаемость превысила смертность. То есть это вот как раз результат той работы, которую мы делаем, выполняем совместно с нашими многодетными семьями. Ну, очень много делается у нас в плане предоставления услуг досуга нашим многодетным семьям. У нас работают клубы выходного дня, домоседов, нефтяр, лучшие призвания быть папой, Академия родительских наук. И многодетные семьи являются активными участниками всех этих клубов. Мы сейчас восстанавливаем систему бесплатного посещения нашими многодетными семьями учреждений культуры и спорта. Большая, значительная поддержка у нас проводится с теми многодетными семьями, в которых есть дети-инвалиды. Здесь по работе с инвалидами у нас выстроена целая система, как работа с детьми, так и работа с родителями, оказание им помощи, подготовка их в этом направлении. У нас тут вместе вот с тем положительным, что есть, конечно, существует целый ряд проблем. Самая существенная проблема многодетной семьи – это жилищная. И мы в этом направлении делаем достаточно много.
Это мы участвуем и в федеральных, региональных и муниципальных программах. У нас по муниципальной программе поддержки многодетных семей, как она так называется, поддержки многодетных семей в жилищной сфере. С 2008 года мы помогли улучшить жилищные условия 35 многодетным семьям. По федеральной программе «Молодая семья» у нас улучшили свои условия 12 семей. Но я говорю, что улучшили, потому что если молодая семья федеральная на сегодняшний день работает программа, то наша муниципальная программа уже второй год, уже третий год не финансируется. И связано это с тем, что поскольку мы закрыты административным центральным образованием, мы получаем дотацию из федерального бюджета на обеспечение безопасного функционирования. Это специальная дотация, предусмотренная 232-м постановлением правительства. Но бюджетный кодекс учитывает эту дотацию и ставит нас в третью группу по дотированности бюджета, что лишает нас прав оказывать какие-то дополнительные меры поддержки наших граждан, в том числе многодетным семьям. Вот эта проблема, конечно, очень сильно нас связывает в этом плане. Да, потому что раньше, смотрите, мы еще оказывали большую поддержку нашим многодетным, начиная с беременности. У нас с 2009 года реализовалась долгосрочная программа реализации целевой программы федеральной на территории города Заречного «Национальный проект здоровья». Мы обеспечивали беременных женщин бесплатными лекарствами и комплексами витаминов. Мы оздоравливали беременных женщин в нашем городском санатории профилактории. Мы пролечивали детей, которые нуждались в лечении в том же профилактории. На сегодняшний день эта программа у нас тоже остановилась. Есть у нас проблемы с реализацией, они не только у нас, они на все заторы распространяются. Это проблема выделения нашим многодетным семьям земельных участков в собственность. То есть федеральный закон, земельный кодекс на сегодняшний день нас тоже ограничивает, наш специальный закон по ЗАТОР, потому что земли на территории ЗАТОР ограничены в обороте, и мы не можем их предоставить нашим многодетным семьям, поэтому не можем реализовать их право. И в связи с этим я заканчиваю. У меня два предложения, которые я хотел бы, чтобы вошли в нашу итоговую резолюцию. Первое. Это выйти с предложением о внесении изменений в бюджетный кодекс в части исключения федеральной дотации в связи с особыми условиями функционирования ЗАТО при расчете доли дотации собственных доходов. Я скажу, что мы вот этой проблемой не сегодня начали заниматься, мы ей занимаемся достаточно давно и постоянно. Госкорпорация сейчас работает над этим. Я думаю, что вот наш вклад, вот включение нашего предложения в резолюцию, это будет еще какой-то определенный толчок в ускорении решения этой проблемы. И второе, это законодательно предоставить право выделения земельных участков на территории ЗАТО многодетным семьям. У меня все. Столярова Елена Алексеевна. Можно оказаться в процессе к этому обсуждению подключить. Отлично. Отлично. Это очень хорошо, потому что я попрошу тоже всех спикеров постараться до 10 минут, чтобы так было больше времени оставить на обсуждение. Тогда предоставляю слово Анипченко Сергею Григорьевичу, заместитель главы администрации города Сарова по социальной политике. Да, и презентация есть? Нет, потом. Так нужно дальше было вставить. Вы ее вставили. Вот давайте. Пожалуйста. Все есть. Давайте, значит, я тоже начну. Город Сарова. Город. 2004
отличие от которого 5328 детей, учреждений дополнительного образования. У нас, я сейчас назову цифры, только те, которые бесплатные, посещают это 3-2 в системе общего образования, которые посещают 3500 учащихся. Значит, в дополнительное образование культуры 4 учреждения посещают 2160 детей. Дополнительное образование спорта 6 учреждений, которые занимают 4400 детей. Это те, которые бесплатны. Вот. Областные виды социальной помощи у нас тут Марина Александровна расскажет. Ну, в городе Сарове существует муниципальная программа социальной поддержки города Сарова, Нижеполоцкого, за 2016-2020 годы. Я здесь только выделю то, что касается многодетных, хотя это распространяется на всех детей. Вот. Представляете, социальная помощь граждан, находящихся в трудной жизни ситуации. Но здесь завязано на часть на доходе, часть без дохода. Значит, размер оказывается социальной помощи многодетных семьи раз в 10 тысяч и дополнительно 5 тысяч при наличии в семье ребенка первоклассника и 7 тысяч на выпускника 11 классов. Ну, то есть на год на эти цели у нас уходит где-то 2,5 миллиона рублей, только вот на эти вещи. И, значит, если перечисление ежемесячно выплат одному из родителей, законному представителю, имеющего ребенка до 1 года жизни, в размере 700 рублей, то это в течение года, независимо от дохода. У нас за 2016 год было, значит, превышение рождаемости над смертностью, что было впервые за 20 лет. Вот. Но в 2017 году у нас, к сожалению, опять смертность над рождаемостью. Но я скажу, что тенденция к тому, чтобы выровнять вот этот показатель, есть. И количество средств вот, потрачено, хотя, казалось бы, сумма небольшая, 700 рублей в месяц, в течение года. Но вот за 2016 год потратили 7200, за 2017 6,5 миллионов. Обеспечение в этой же программе под программу обеспечение высокотехнологичными видами медицинской помощи протезированных жителей города Сарова. Это касается детей у нас. Ну, протезированные сверхмышечными аппаратами. Уже последние 15 лет у нас ни один ребенок из города не уехал в образовательные учреждения специализированного типа. Все учатся в общей образовательной школе, и учатся нормально. Это дает свой эффект. Дошкольное образование у нас это представлено 23 детскими дошкольными образованиями. Вот. Значит, очереди у нас, вот я хочу позаветовать городу Зарису, у которых нет вот, очередей. У нас в основном очередь нет с 2 лет. До 2 лет у нас есть очередь. Это, к сожалению, есть. Очередь именно я себе буду. Вот. Ну, с многодетным у нас имеет льготы на представление детства в детском саду. Сколько это выходит в содержание? Я просто в конце там проблема обозначу. Содержание одного ребенка в год в детском дошкольном учреждении в городе обходится в 129 000. И в Сарове имеется 16 образовательных школ. У нас все школьники обеспечены бесплатными завтраками, абсолютно все. И многодетные, и малообеспеченные бесплатными обедами. Вот. Значит, у нас все дети до 18, с года до 18, до года мы не обеспечиваем. Это подарки к Новому году, все 100% дети. Понимаете? То есть посещающие. Это школы, дошкольные учреждения, не посещающие. То есть все они абсолютно охвачены этим вещами. Значит, посещение для многодетных, значит, всех у нас культурно-массовых предприятий, все бесплатно. Вот. То есть выставки, и музеи, и катки, то есть все это бесплатно. И катки даже. А? Катки даже входят. Каток даже входит? Да. Для многодетных, для инвалидов, катки и для малообеспеченных, катки бесплатно. У нас и не платы, для детей готовы, это 50 рублей, для остальных детей. Но я вам скажу так, что за 2 выходных дня, субботу, воскресенье, посещают детей, готовы, и это большой каток у нас.
Вот я вам сказал, что про динамику многодетных, что у нас вот было 400, стало 513 многодетных за 20, вот эту численность. Да, у нас есть эта проблема тоже для земельных участков для многодетных семей. То есть все связано, как я сказал, это закрытый город, то есть нету свободных территорий, хотя в последнее время мы нашли, и у нас очередь стоит на индивидуальное жилищное строительство 207 многодетных. Ну вот в 2018 году максимум мы что можем разыграть, вот так вот скажу, это где-то 103 участка. Это 103 участка. И также по садоводству. Мы вот теперь в соседнем районе 26 участков, хотя у нас 71 семья стоит. Какие вопросы для обсуждения или прочее? Ну, я поддерживаю то, что обозначил глава администрации города Заречного. Ну и хочу, высказать, что медицинское, первый вопрос для обсуждения, медицинское обеспечение школьных и дошкольных образовательных учреждений. Наверное, ни для кого это не секрет, что та система вся советская, которая была, что в каждом дошкольном учреждении, я сейчас про дошкольные больше волнуюсь, вот, то есть имелся свой кабинет, имелся медицинский работник, и сейчас ставится вопрос, чтобы обслуживала поликлиника, извините меня, на расстоянии. Да? То есть вот это недопустимо. Я считаю, что все должно быть в школах, все должно быть в дошкольных учреждениях. Понимаете, что вот это. Ну вот обеспечение многодетных семейными участками, это уже было сказано. У меня непонятно для меня, занимаясь вот этим вопросом, почему снимали статус многодетности по достижению старшего ребенка 18 лет. Это что, мама перестает быть многодетной? Что, семья перестает быть многодетной? Я вам сразу скажу так, что ищем лазейки, чтобы потом помочь ребенку идет учиться, понимаете? Да, там сказано в законодательстве, что очные формы до 23 лет, да? Но они очные формы, извините. И каждый ребенок еще имеет возможность соответствующий заработок. Потом, значит, это лично, конечно, мое мнение. Вот. И что экономически выгодно? Строительство новых яслей, я про ясли разговор. Я понимаю, что садики нужны, потому что ребенок должен получать определенного возраста, определенную социализацию, да, коллектив и там прочее. Но давайте посмотрим, а до 3 лет, если платить маме до 3 лет, то, что обозначил президент до 1,5 лет, понимаете, мы тогда будем иметь здоровый ребенка, который идет в сад уже более совершенно, так будем говорить. Понимаете, и вот чисто экономически, уж извините, да, строительство нового детского сада на 180 метров. Ну, то есть это средний сад, значит, обходится где-то 150 метров. Да? Это содержание одного ребенка в детском саду составляет вот, 10 000 760, вот 129 000. Да? И содержание самого садика все вместе, это 20 миллионов. Смотрите, вот эти 20, 155, там прочее, это не себе хватит на выплату всем мамам до 3 лет еще останется. И, то есть я думаю, что вот это тоже необходимо на более высоком уровне обсудить. Потому что в приоритете здоровья ребенка или ранее его социализации? Мне говорят, специалисты, прежде чем вынести, я с ними не обговорил. Чем и раньше социализация, тем лучше, потому что родители не могут занять ребенка с 1,5 до 3 лет. Ну, извините меня, у нас в городе есть вот это, значит, при молодежном центре, это семья, это объединение мам до 3 лет, с 1,5 до 3 лет. Те, которые приходят, с ними есть организаторы, они сами вместе ставят те вопросы, которые им необходимы, с ними занимаются отдельно, с детьми, отдельно с мамой. И мы тем самым, извините, можем развивать вот это направление, даже частным образом, там, прочее. То есть как вот на это все. Вот. Я все, вот, значит, Марина Александровна Колоскова, значит, она у нас представитель Совета многодетных матерей и директор Центра помощи семьи и детям. Она вкратце расскажет про областные. Да? Да, можно? Конечно. Сергей Григорьевич затронул проблемы и социальные меры поддержки мамам имущим, и в том числе многодетным, а мне как раз вот только по многодетным, поскольку
я работаю директором, как он сказал, Центра социальной помощи, и как раз те семьи, которые переступают вот этот порог многодетных, то есть не статус теряет, как бы многодетность прекращает свои выплаты, вот мы подхватываем эти семьи. И через свой центр в основном проводим многодетные семьи, которым нужна поддержка в летнем оздоровительном отдыхе, а у нас действует закон Нижегородской области о обеспечении бесплатных путевок по области для таких семей. Санаторий «Мать и дитя», опять же, наша Нижегородская область, да, все это бесплатно. И доставка, и сопровождение, вот так называемое социальное сопровождение мы оказываем вот через Центр социальной помощи. Вот. И, конечно, обеспечение, подготовка и помощь подготовке к школе родителям оказываем колоссальную. И совместно с общественными организациями, то есть полностью подготавливаем и обеспечиваем формой. То есть у вас, я услышала, идет компенсация, да, а мы полностью, как бы, у нас заключен договор с московской фабрикой, то есть вот все эти семьи у меня на учете, то есть поэтому формой мы их обеспечиваем. Катки, котли, это все бесплатно. Здесь у нас, конечно, проблемы с парком культуры, но мы с ними договариваемся о том, чтобы нам выделили многодетный не очень удобный день, это среда, как правило, да, когда мама многодетная занята. Но на уровне нашего межведа мы такие вопросы решаем. У нас существуют меры поощрительной поддержки для многодетных семей на основании тоже закона Нижегородской области. Это дети, закончившие обучение на 4 лет. То есть как-то тоже у нас получаются дополнительные пособия. Ну и проблемы решаются у нас по межведу, поэтому дополнительный выплат. Освобождение от платы на содержание детей в детских садах, оздоровительных кабинетов, как я сказала. Первоочередное, буквально позавчера у меня состоялся разговор с заведующей нашей городской поликлиникой, которая предложила такой социальный проект для диспансеризации многодетных мам. То есть вот на следующий день у нас состоится с ними встреча, то есть узким специалистам, таким как сделать мамологом, УЗИ, то есть наши многодетные мамы, ежемесячно по несколько человек будут в году проходить диспансеризацию. Тоже это бесплатно. Это предложение идет в МВА. Мы, естественно, поддерживаем. Есть еще у нас взаимодействие с нашим организацией МИЯФ. Много программ по детям, там, Сибири, это партия детёров. То есть взаимодействие с Росатом тоже поддерживает. Ну, хорошие, это и в Орленах, это и в океан, прочее, то есть это определенная программа в тех, в которых большую поддержку будет Русак. Спасибо большое. Решение вопросов и такой подход к поиску альтернативных форм поддержки детей дошкольных форм. И услышал, что есть на этот запрос в городе. Есть сегодня ряд практик, просто прям буквально тезисно, которые не подразумевают строительство дополнительных зданий, но подразумевают исполнение самой услуги дошкольного присмотра и ухода на дому. В рамках соцзащиты или в рамках системы образования создается дистанционная форма, обучаются специалисты, тут устраиваются они в дошкольные учреждения и создается формат выездного воспитателя или няни, которая предоставляет услугу по присмотру и уходу дистанционно. Это позволяет в зависимости от числа запроса, от количества величины этого запроса, регулировать число этих сотрудников, не строя дополнительные здания, а также сделать эту форму более гибкой. Порой не нужно ежедневно отдавать ребенка в ясли в этом возрасте. А мама, даже учитывая вот предложение Елены Владимировны о диспансеризации, в это время нужно с детьми кому-то посидеть. Да, вполне вот, ситуативно, на 3 дня, на 2 дня. А в зависимости от состояния ребенка, если ребенок с ОВЗ, есть специальная программа обучения этого специалиста. Его также можно включить или в программу социальной защиты и выстроить
даже дифференцированные оплаты этой няни. Но у родителей уже гарантия на то, что придет специалист, который точно нужно доверять своего ребенка, да, не чужой человек с улицы, которого порой, к сожалению, мама вынуждена искать в этой ситуации. Вот, поэтому спасибо вам, что вы ищете более эффективные способы, более такие приемлемые, оптимальные решения. И вот одно из них, кто есть, мы готовы предложение, если вам понравится. Спасибо, это будет интересно. Я тут еще затрону то, что православная церковь тоже в этом участвует, они сейчас у нас взяли одно из зданий, пустующие, и пытаются, но не сделают, где-то там написать. Спасибо. Спасибо за конструктивное обсуждение. У нас следующий выступающий Елена Федоровна Шустикова. Это заведующий перинатальным центром города Заречный. Сундучок для мамы. Это был 13-й год, когда они принесли первые вещи. С тех пор эта комната
функционирует, она помогла ни одной женщине, попавшей в другую ситуацию. То есть буквально с нуля мы можем, в общем-то, дать все ребенку сразу. Ну а дальше там помогут уже другие добрые люди, потому что на территории Пензенской области я знаю замечательный там проект «Добрый шкаф», который вот функционирует. У нас в городе тоже они расскажут, наши многодетные мамы. Ну, я хочу сказать, что что отличает наш, ну вот наше акушерское отделение, перинатальный центр, как пензенский, конечно же, мы нет. Мы все должны понимать, что у нас акушерское отделение на базе медсанчасти, многопрофильной больницы. То есть спасибо большое Федеральному медико-патологическому агентству, которое позволило оснастить его вот на высоком, хорошем уровне в 2008 году. То есть названный был как перинатальный центр ФМБА России. То есть это не соответствует тому же перинатальному центру, который пензенский, безусловно, потому что это учреждение второго уровня. Но я хочу сказать про наши особенности, которые привлекают к нам именно посетителей. Что должно случиться такое, что вдруг пациент начал оформлять за 2 месяца пропуск, закрытый город, да, для того, чтобы приехать и рожать у нас. Я хочу сказать, что в 2000 году мы первые провели партнерские роды, и дальше у нас это бесплатная абсолютная услуга. То есть это направление наше, то есть у нас семейно-ориентированный роддом. И превращение акта родов из такого медикализованного, конвейерного и так далее, то есть мы пытаемся сделать это глубоко таким социальным актом, потому что на самом деле ничего важнее в общем-то нет, чтобы опыт первых родов, конечно же, был позитивен. И в этом плане партнерские роды у нас в 2017 году это 28-80% уже, то есть к нам едут именно для этого. Для того, чтобы не только папа был партнером, может быть, это может быть, там, не знаю, подруга, доула. У нас вот многодетные мамы сами приходят со своими там какими-то друзьями и так далее быть спутником. И это замечательно, потому что на самом деле это... Вот я хочу сказать, что у нас на всех этапах идет всемирная поддержка, конечно, грудному скарлу уже не особо хочу отметить инициативную группу «Мандар», которая возглавляет многодетная, по инициативе создана многодетной мамой Викторией Заболожевой, которая с нами является консультантом АКЕФ и проводит занятия. У нас есть такая обратная связь у нас все время. Но хочу сказать, процент раннего прикладывания груди у нас достигает 98-80%. Видите, прекрасно, что при операции, при региональной анестезии, то есть мы все современные перинатальные технологии, там, пересечение пуповины, выкладывание на живот, соблюдение тепловой цепочки, то есть мы их все перенимаем, и как бы наши неонатологи очень крепко за этим следят. И еще я хочу сказать, что недавно именно вот мамы, то есть это все началось на самом деле достаточно давно, то есть впервые Елена Гриценко нам подарила свои фотографии. Другая многодетная мать, талантливая Алина, напечатала их, там, сделала, сфотографировала, и мы украсили ее видами весни в наш перинатальный центр. И с этого дальше началось уже наше, ну скажу, у нас папа рисует нам весной дерево, там, ну и так далее. Фотогалерея. Да, фотогалерея. То есть на самом деле вот такое движение как бы снизу, которое создает атмосферу в роддоме, как дома, привлекла к нам иногородних каких. Вот к нам едут сторонники естественных родов, к нам едут те, кто родили, допустим, первых дома, а вторые они приехали в роддом. И это замечательно, потому что мы сами знаем, что такое домашние роды и какие риски и опасности таятся. И у нас есть как бы предложение, да, там, про послеродовые доулы, которые хотят к нам там приехать в город, но у нас пропускная система. И это, конечно, для нас большие сложности, потому что мы не в конкурентной абсолютно среде находимся. У нас для того, чтобы к нам попасть, нужно заранее, задолго, и пускать только мужа и маму, но тем не менее. То есть вот эта идеология роддома как место, ну, сакральности, можно сказать, это замечательно, если бы это можно было бы транслировать на другие как бы лечебные учреждения. Вот я хочу сказать, что 1 марта у нас по инициативе общественной организации «Мамы» на базе перинатального центра был проведен акция «Здоровье большой семьи».
Хочу сказать, что откликнулись у нас специалисты, детский невролог, наиболее востребованные специалисты, гинеколог, УЗИ, то есть к нам пришли 14 семей, поучаствовали в этой акции. То есть, ну, это бесплатно, просто прийти, то, о чем говорили вот, в Саратове, да, что на самом деле это можно, это не сложно, это было не трудно, это было достаточно радостно. То есть они пришли, и были люди, действительно, которые там, я не знаю, по 5-7 лет не вещали, например, гинеколога, там, мама, которая 5 детей, и ей 50 лет, и вдруг вот она собралась и пришла. Ну, замечательно, ну, почему нет? И я хочу сказать, что это должно быть дальше просто продолжено. Я уверена, что у нас подключится детская клиника более активно, подключится женская консультация, то есть, и, может быть, просто будет там, с какой-то регулярностью, там, день на день, например, да, и чтобы они могли прийти, действительно. То есть у нас идет сотрудничество с центром «Гармония», то есть у нас тоже многодетная мама психолог вчера в центре «Гармонии», пока там они в очереди сидели, да, специалисты, ну, не в очереди, но она там с ними провела беседу. То есть можно сделать это и интересно, потому что действительно, когда ты пришел с двумя, тремя, четырьмя детьми, кто-то с ними там тоже должен позаниматься. То есть на самом деле вот подобные инициативы, я думаю, что тоже их можно перенять. Мы сами учимся, мы только обогащаемся от взаимодействия с многодетными семьями. Я сегодня зашла и думаю, почему же я не многодетная? Но есть у нас, конечно, проблемы, про них я очень редко, но есть. В 17 году у нас была, ну как-то они, да, сразу у нас забираются. Проблемы есть, но понятно, что учитывая вот, яму, да, демографический провал, сейчас очень страшно. Я вот помню, как раз когда я училась в ординатуре, как мы в роддоме на ЦНТИ, мы сидели, такая большая команда врачей, и были вот одни роды в 90-м году вот, на все три этажа. Очень так это было как-то страшно. Мы бежали там вот учиться, смотреть на них. Да, сейчас, на сегодняшний момент, мы вот в 16-17 году в акушерском отделении вышли на самый максимум. Заречный никогда столько в родильном отделении не было родов, но это за счет многородных, за счет того, что они приезжают к нам. Конечно, в городе, вы сами слышали, там, жителей немного, молодежи уезжает от нас, все-таки она ищет там. И как бы 90-е годы провал не рожают. Поэтому действительно, там, вторые, третьи, вот наши. Наш визит, хотелось бы, чтобы коллектив трудом сохранился, хотелось бы, чтобы инициативы были поддержаны, хотелось бы, конечно, чтобы взаимодействие с третьим уровнем, мы не относимся к системе, вот, мы к ФМБА относимся, ФМБА, оно в Москве, вот, а Пенза, она здесь близко, поэтому нам, конечно, бы хотелось, чтобы мы не смотрели на нас как нечто, что-то вот аномальное, да, такое вот вставной зуб, а взаимодействие вот с, в том числе с медицинскими организациями было более такое тесное, правильное, чтобы мы работаем на территории, мы учреждение второго уровня. Раз. Второе, мы, конечно же, очень понимаем, что в 2008 году то оборудование, которое у нас уже есть, оно стареет, выходит из строя, где-то уже морально устарело, а где-то просто физически сломалось. Нам, конечно же, хотелось, чтобы как-то участвовать, чтобы нам ФМБА, не важно, нам не важно кто, Росад, ФМБА, да, ну, чтобы нам как-то немножечко его обновили, да. И, конечно, вот сейчас мы идем дальше по пути посещения родственников, у нас идет с 2012 года абсолютно бесплатная история. Абсолютно бесплатная история, может любой прийти, ну как любой, семья, только семья, потому что микробы не нужны другие, то есть это именно вот обсеменение идет, это и профилактика внутрибольничной инфекции, очень много тут слоев на самом деле, и вот эти вот моменты сейчас у нас идут очень востребованы, они были вот в прошлом году в семейной комнате, когда приезжают, то есть и живут от первого момента, да, от момента партнерских родов и дальше как бы до выписки из роддома, то есть помогают такие сречения, то есть там мамы, папы не отдают детей и сразу буквально с первых минут вот они с ними. Благодарю за внимание, приглашаем всем на экскурсию. Спасибо большое, Лена. Всегда очень эмоционально, интересно, действительно, рассказ для всех. И у нас следующее слово даем Ермакову и Ирина Сергеевна. Нет, как Кутузова, Светлана Алексеевна.
школа номер 226, депутат собрания, представители ЗАТО, заличные заличные. Пошла от общественной организации. Все знают, что в школе
сейчас уже, ну, вернее, с 2008 года закон о образовании ведет наш школьный фонд. И как сложно порой бывает после 90-х годов просто настроить родителей на то, что форма единая в школе, что она принимается, для того, чтобы как-то этот процесс для семей облегчить и какую-то даже помощь оказывать, наша уважаемая мама предложила проект по обмену вещами, именно по обмену школьной формы. Вот у нас действует два вида форм. Одна в общеобразовательных классах, другая в родительских. Что к этому сподвигло? Купить форму на опыт, бывает короткий опыт. Даже есть компенсация, получает компенсацию за устройство там, до 4 тысяч, ну, в зависимости от формы. А кто-то и до 7 тысяч компенсации получает. И ребенок просто растет. Завтра форма остается в отличном состоянии, по месяц. Эта форма или копится, или отвозится на дачи, или пополняется то помещение, которое можно под ненужные вещи освободить. Вот что предложить мам? Мы организовали проект «Найди свою вещь». Он у нас сейчас находится в стадии, в мае он будет запущен. На родительских собраниях выступили мамы, плюс на общешкольном родительском комитете мы сказали о том, что все вещи, которые у вас находятся в отличном состоянии, вы можете принести и в эту комнату для чего? Для обмена. И форму можно обменивать. Обмениваться на безвозмездную основу. Сдаю сарафан 42-го, приобретаю 44-го. Но это не просто подключаются взрослые семьи, мы к этому подключаем детей. А тут уже, как волонтер участвует, на урок технология форму можно приводить в отличное состояние. Где-то построить, где-то что-то починить. Мы задействуем всех девочек, включаем их элементарные навыки самообслуживания, которые пригодятся на семье. Для того, чтобы сдать стеллажи и все, мы привлекаем взрослые населения. У нас есть уроки технологии, где из подручного материала можно сделать стеллаж. Дети будут и как волонтеры все это распространять. И смотрите, как получается детство, взрослые. Это дело, в котором мы участвуем вместе, мы воспитываем совершенно иного уже участника. Здесь по-другому смотрят и учителя на родителей, и родители на учителя, и взаимоотношения учителя ученик устраиваются в Я надеюсь, что в мае это у нас будет открытие, потому что встречный был проект поначалу, а как это будет, пойдут дети, но дети воспринимают отмен будет не только вещами, но мы пошли дальше, там и учебники, которые можно, и книги, и то, что может быть. Это вот та маленькая частица, с чем мы столкнемся. Я уже не говорю о тех мероприятиях, которые наши мамы и наши родители проводят и готовят совместно с детьми. И это, мне кажется, везде. Но тот проект, который предложен маме, я думаю, что кто-то возьмет на заметку, он будет посмотреть. Если вам будет интересно, на нашем сайте можно будет следить. Будет страничка «Найти свою вещь» и через сайт, и через реализацию этого проекта можно будет посмотреть. Как пройдет завтра. И проблема, на которой хотелось бы не остановиться. У нас в Заречном многодетные семьи, это не просто 3 ребенка, это 3-4 ребенка. Вот с чем мы сталкиваемся сейчас, распределение учащихся в школы, и у вас оно, наверное, идет по территории. Хорошая была, я скажу, наверное, традиция. Да? Когда родитель выбирал школу, и он выбирал ее не по целевому, а потому, как знакомился с программой развития школы, знакомился случайно, выбирал. И вот, наверное, многодетным мамам нужно наряду с теми льготными категориями предоставить право. Это просто мое, что многодетная мама, она выбирает, то есть, с папой себя писать, выбирает школу. И тогда на собрание она идет не в одну школу и в другую. Потому что когда мы были у нас, может быть, это наша школа, когда мы соединились с двух школ и слились в другую. И получилась территория, которая ранее относилась к школе, она теперь не относится.
наши мамы, которые наши мамы, да, они проживают, конечно, в другой территории, подрастают дети. Хотелось бы, чтобы вот эта традиция, если первый ребенок старший пошел в эту школу, второй в этой школе, третий, четвертый и шестой, если сказать, тоже был в этой школе. Спасибо большое. Предоставляю слово Ермаковой Ирине Сергеевне, председателю региональной общественной организации «Многодетных сверху Украины». Потому что им уже конкретно приносят
двигалось дальше. И, в общем, но с другой стороны, очень важно, чтобы создавались условия для работы многодетных объединений. Да? И это как минимум предоставление помещений для встреч многодетных родителей, предоставление помещений для постоянного представительства, оргтехника. И какие варианты решения возможны, да, для таких организаций, которые, может быть, не зарегистрированы в качестве юридического лица. Это общественные центры, дома МКО, да, уже те, кто имеет регистрацию, это предоставление помещений безвозмездное пользование, проведение конкурса социальных проектов. Я хочу сказать, что мы вот весь этот путь прошли от нуля, да, и сейчас мы достаточно серьезная сетевая организация, и когда мне говорят, а как у нас не получится, то все получится, нужно просто себя верить. И работа объединения многодетных родителей, она дает очень хорошие позитивные результаты. Это первая возможность влияния на принятие решений, возможность внесения предложений, да, в органы государственной власти и повышение доверия к организации целевой аудитории. То есть, когда организация работает, действительно, есть результат, то та аудитория, во имя которой она работает, она больше доверяет, и то есть вот этот синергетический эффект, он усиливается. То есть это даже скорая помощь, потому что через общественные организации можно гораздо оперативнее решить проблему отдельно взятой семьи, да, нежели идти каким-то вот путем. И мы все вот этот дождь, мы все это знаем. Я вот вижу коллег из Покрова, у которых есть абсолютно уникальные техники. И то есть я думаю, что вы со мной согласитесь, что иногда НКО может отреагировать достаточно гибче, быстрее, каким-то, может быть, традиционным методом, нежели если семья пойдет решать свои вопросы по определенному алгоритму. И, в общем, НКОшники могут вносить инновационные решения проблем через реализацию социальных проектов, да, в том числе за счет активизации внутренних ресурсов семьи. И я тут хочу, пользуясь случаем, пропиарить свою организацию. Да? Например, наша организация реализует уже несколько лет проект «Многодетным быть выгодно». Мы выпустили свою дисконтную карту, которую выдаем многодетным родителям. А к этой карте привязаны торговые сети, индивидуальные предприниматели. И вот по этой карте семья может получить скидки. И вот, честно говоря, я сама в августе отправляю детей в школу. Я пошла с этой картой, и я записывала, сколько я экономлю денег. Да? Потому что бизнес иногда при решателе этих карт дает повышенные скидки. Но, дорогие мои, сумма была 5000. Я не знаю, что такое для вас, да, для меня, я понимаю, что это много. Или там, допустим, фрукты детям. Но для многодетной семьи, вот, допустим, экономия, она всегда актуальна. Поэтому, и, кстати, мы пошли дальше. Мы знаем, что у нас возраст, то есть статус многодетной семьи ограничивается возрастом 23 года. Но раз мы не коммерческая организация, мы государственная, нам решили, что мама, которая имеет 30 более детей, несмотря на то, что ей еще даже 40 лет, она всегда мама, и если мама может подтвердить, что это трое детей, да, даже если у мамы уже детям по 25, по 35, мы эту карту все равно выдаем. И также мы считаем, что можно реализовать проекты, это проект поддержки семьи за счет небюджетных источников, и это на самом деле очень важно. И также у нас есть проект «Мама-пчелка». Мы его ориентируем на мам, которые сидят в декрете, в отпуске по уходу за ребенком. И мы понимаем, что становясь мамой, своих троих детей, у мамы есть потребность заходить на больничный, пораньше уходить с работы, иногда задержаться. И мы понимаем, что не каждый работодатель рад этому. Я сейчас говорю не огульные слова, я сама работодателем являюсь, да, я как-то смогла выстроить своих мам, причем у меня работают только многодетные, дистанционно. Но я понимаю, что не каждый работодатель готов к этому. И как поддержать женщину в такой ситуации? Выход, самоорганизация, либо гибкий график, да. И когда об этом говоришь, мама думает, ой, это страшно, это так вообще невозможно. Нет, это возможно. И мы рассказываем, какие есть варианты. У меня эти брошюры привезла с собой, они в ограниченном количестве, но если кому-то надо, я с радостью поделюсь. Также она есть на сайте на основе 59.рф, и этот проект, я надеюсь, что он продолжит более масштабное продолжение, федеральное, а также «Вектор 2018» тоже участвует. Поэтому, в общем, есть большие планы. И в завершение я хочу сказать, что на основе 59.рф, а в завершение хочу сказать, что повышение количества многодетных семей с активной гражданской жизненной позицией, опять-таки, через НКО, это всегда, во-первых, мы видим, что это родители активные, это ответственные избиратели и добросовестные налогоплательщики. Поэтому, дорогие мои, давайте менять образ многодетной семьи вместе.
А вот, пользуясь случаем, Анна Юрьевна, я хочу вручить вам эту карту. Потому что когда вы будете в Перми, вы сможете мимо входа. Больше в фантастической среде сказать, что давайте, наверное, все-таки будем
стараться эти понятия действительно на самом деле разводить. И вот когда семья пользуется льготами, посещая какие-то кинотеатры, катки либо еще чего-то, она идет, она должна понимать, что она идет не как малоимущая, да, а идти как дети, что она идет как многодетная. Вот, это первый такой момент. И второй момент. Хотела бы сказать по поводу роддома города Заречный. Я как человек, который в нем оказалась, я вот хочу сказать огромные слова благодарности вообще персоналу этого учреждения. И вот Елена Федоровна такую фразу сказала, что надо, можно этот опыт распространять. Вот я хочу сказать вам, как мама города Пензы, не можно, а нужно. И нужно это везде распространять. Потому что с тех пор, как я вернулась из города Заречного, там 2,5 года, и ни одна из моих знакомых не проезжает. То есть все мои знакомые мамы, они все оказались в городе Заречный. Почему? Потому что я веду активную рекламную кампанию вашей, да, вашей организации, рассказывая, какие главные две трудности возникают. Почему мамы пугаются ехать в Заречный, сразу скажу. Да? Первая трудность – это из опыта личного своих знакомых. Да? Все почему-то считают, что попасть к вам очень сложно. Когда я объясняю, что достаточно оформить документы и там делать одно и двух бумажек, да, то есть все удивляются, говорят, ну такое можно. На самом деле все легко. Это первый момент. А второй момент. Скорость оказания помощи. Вот, вспомните. Скорость оказания помощи какой? Очень для многих мам сдерживающим фактором является тот момент, что детская больница, детская реанимация, то есть как принято, что у нас в Пензе, областная детская больница, если вдруг что случится, то Заречного ребенка отвезти очень далеко. То есть это два вот таких сдерживающих фактора для обычной мамы, которые, я думаю, если о них рассказывать и показывать, то эти факторы уйдут на нет. Вообще, это учреждение всем гостям нашей области, хочу сказать, уникальное. Замечательно. И когда я туда попала туда случайно практически, когда я приехала в это учреждение, я поняла, что это санаторий Брежнева, и я Брежнев. Это на самом деле было так. Вот. Поэтому спасибо огромное большое за это. И по поводу проекта вашего «Помен в школьной форме», это очень здорово, хорошо, я предлагаю вам объединиться, потому что наш добрый шкаф, вот на самом деле вот город Заречный же, он... Мы в свое время даже смеялись, что в городе Заречном есть один единственный бомж, и это уникальный человек, по которому все знают. Вот когда мы запускали этот проект «Добрый шкаф», он весь акцент первый делает на что? На то, что обычной нормальной семье помощи просить нельзя. Им неудобно идти за помощью. Вот поэтому для того, чтобы этот проект заработал, и для того, чтобы люди к нам пошли, семьи такие пошли, которым мы хотели оказать помощь, мы его сделали очень современным, очень красивым, очень интеллигентным таким, для того, чтобы люди не стеснялись попросить помощи. Поэтому я бы хотела, чтобы мы с вами объединились в этом отношении, поработали, потому что школьная форма очень здорово. Спасибо большое вам. Можно вопрос? Спасибо большое. Да, пожалуйста. Город Снежинск, Чуйкова, представитель совета. У меня вопрос вот к Анне Юрьевне. Анна Юрьевна, вот вопрос вот какой. Это касается не только многодетных семей, а их мужчин. Они касаются даже больше, чем те матери, у которых отец обвинчив в бегах. Семья разведена, они на дверь включают. Вот у нас в городе, например, несколько семей просто в очень тяжелой ситуации. Когда я сама лично ходила по вопросу к судебному приставу, я была вообще в шоке. Она мне показала полки, уставленные делами, и говорит: смотрите, что делается. Рассматривался ли и рассматривается вопрос о том, как помочь семье, которым отец убегал, то есть найти его. Семья близких. Несколько вариантов решений этого вопроса. Проблем на самом деле есть. И примерно в городе 5 миллионов у нас одиноких женщин, порядка 5 миллионов семей. Женщину одиночку воспитывать детей, и ситуация с выплатой алиментов, конечно, тяжелая. Это одна из наших большой доли обращений, связанных в том числе и с вопросом невыплаченных алиментов. Особенно тяжело, когда мама с ребенком-инвалидом оказывается одна, когда она и работать не может, и алименты не выплачиваются.
Здесь, конечно, большая доля ответственности на том поиске, который осуществляет уже судебные приставы в свою очередь. Но не так давно на коллегии было озвучено предложение, я уточню, какой статус у этого предложения, каков статус этого предложения, внесено ли, не внесено ли, или просто прозвучало как направление деятельности, действий, а признание отсутствующим, не плательщиков алиментов. Конечно, нельзя не отметить, что это имеет под собой и как бы достаточно вторую сторону медали, это и есть, да, то есть чем большее число, коль появится эта возможность, появится и это, да, можно лукаво с этим обходиться достаточно, с этой мерой. Но нужно здесь, наверное, отключать все инструменты максимально, посмотреть, чтобы они в комплексе своем работали и минимизировали вот вариантность, возможность манипуляции с этой нормой. Конечно, она нужна для тех мам, она жизненно необходима, о которых я особенно сказала, категория с детьми инвалидами. Да, поэтому сейчас он одобрен, закон был, Елена Алексеевна нашла, да, я слышала, еще на коллегии он был внесен, как раз мы обсуждали эту тему. Поэтому, да, есть риски, но ресурс в этом, в этой мере есть. Конечно, важно заложить репрессии, как мы видим. Но мы понимаем, что какие еще, и были еще предложения, законодательного аккорда, какие-то иные меры за это время, конечно. Ну что, вот здесь отмечено было Светланой Алексеевной очень так четко. Самое главное профилактика мировоспитания семейных ценностей. Сколько мер вот этих вот, как ты пить по хвостам, вот это вот не развивалось, совершенствовалось, то, конечно, вся задача здесь в созидании семейных ценностей. Вот Пенза разработала семьеведение, учебный курс. Сейчас мы стремимся, чтобы он был введен, уже переговоры проведены, Академия образования разработала свой, в свою очередь, курс на базе полученных мониторингов по Российской Федерации практики работы в семейном центре. И, конечно, вот здесь Светлана Алексеевна один пример приняла, как на примере семей воспитывать семейные ценности. Но, конечно, может быть, сегодня и школа должна более внимательно отнестись к этой теме, не только через вот некие фестивальные формы там, знакомства и, так сказать, организационного характера, но уже и в содержание предметов вводить вот те блоки, которые бы нашим детям еще раз правильно расставляли акценты в этой жизни. Они, может, должны быть, да, по поводу алиментов. Я понимаю, когда алименты не выплачиваются, но тогда, когда маме, которая находится в декретном отпуске, не дают справку о том, что она получает элементы или не получает элементы, из-за этого она не получает никаких ни субсидий, ни выплат, ничего. Вот этот момент уже страшнее. Да. Вот это как раз вот недоработка, вот эта вот пробельность, которая отсутствует одной справки, идет с собой потерю права. Вот это совершенно неверно. Здесь вот, в том числе и эта мера, она может, безусловно, помочь. Еще вопрос можно? Да. Родители уже, если мы их отстранили, то есть они никак не участвуют в обеспечении жильем, и все остальные, даже многодетные, все остальные в более худшем состоянии, чем вот эти, извините, дети, которых лишили родительских прав. Это тоже вот неправильно, понимаете. То есть, вот, или же лишаем родительских прав вместе с правом на жилье и передаем это ребенку. Понимаете? А то, получается, мы ее лишаем, ее освобождаем от воспитания и оставляем ее в эту всю комнату и обеспечиваем государство ее еще и ее ребенку, который взяли, обеспечиваем еще жильем. Понимаете, у нас сейчас вал таких идет. Понимаете, мы не можем чистых сирот, извините меня, оставшихся вообще в Советке, извините, мы не можем в первую очередь обеспечить, потому что здесь идут в этом плане. Я считаю, финансовый подход не совсем корректен. А как вы узнаете, 18 или 17? А если угроза жизни и здоровью ребенка, а куда вы маму выкинете? Вот здесь, конечно, хорош, я понимаю вас. Да, Сергей Григорьевич, я здесь понимаю абсолютно вот вашу логику, но здесь нужно исходить из того, что все-таки мы государство развивающееся здесь.
законы, ну, немножко, так сказать, как Раскольникова, да, что здесь там выведет. Нужно немножко с других ценностных категорий подходить. Безусловно, это нагрузка. Но обеспечение жилья детей-сирот – это обязанность, которую взяла на себя Российская Федерация. Я понимаю, какие-то теперь начинают. Извините, я не раз большую чуть извините. Лишите меня родительских прав, чтобы мои дети получили жилье от государства. К сожалению, надо отметить, что есть и злоупотребление этой темы. Безусловно, есть. Есть у нас те судебные станции, которые принимают решения в том или ином составе, выносят решения. Давайте думать над дифференцированным здесь. Если есть какие-то предложения, Сергей Григорьевич, которые могут быть корректными и понятными, но я, честно сказать, не знаю. Я думаю, что это проблема. Когда мы лишаем родительских прав семью, это уже край. И если есть необоснованное лишение родительских прав, в том числе как некое стремление получить за счет государства жилье, там, жилое помещение для ребенка, то должны работать муниципальные органы, да, должны работать органы опеки и социальной защиты. Очень внимательно смотреть, кого можно лишать, кого нельзя лишать. Это ведь точно так же можно отнести сейчас к материнскому капиталу. Вот я посмотрела у нас по Пензенской области, до 20% мам, начиная с 2010 года, обналичили материнский капитал по сговору с частными коммерческими финансовыми структурами, которые купили им какие-то халупы, в которых они не живут, дети долю свою не получили в жильке, да? Но слава богу, что вот где-то в 2016-2014 году были внесены изменения в федеральный закон о мат-капитале. И сейчас пенсионный фонд там контроль осуществляет. Но я вот только три района себе по Пензенской области проверила, да, 180 детей лишены возможности улучшения жилищных условий. И еще я хотела бы вот Марии Петровне реплику такую как бы высказать по поводу того, что давайте не будем называть многодетные семьи малоимущими. Вот буквально на прошлой неделе ко мне пришла мама троих детей, которые воспитывают девочку 15 лет и двое детей 4,5 года. И она имеет полное право на получение земельного участка для того, чтобы его получить, приватизировать. И она имеет право его продать, чтобы вырученные деньги можно было бы направить потом на улучшение жилищных условий, потому что она живет в общежитии. В бывшем общежитии комната там всего у нее 13 квадратных метров. Но она не может быть признана малоимущей, потому что она получает пенсию по уходу за детьми-инвалидами, и дети получают, да, пособие. И у нее доход получается на четверых, она трое, и она 40 тысяч рублей. А исходя из прожиточного минимума, там у нас делится с чем-то у нас, да, получается, что у нее там на несколько рублей больше. И все, она не попадает вот в очередь на как малоимущая, имеющая право на получение земельного участка. То есть, чтобы она была поставлена в очередь в муниципалитете, она должна быть нуждающейся. Чтобы у нас была нуждающаяся, она должна быть малоимущей. А чтобы быть малоимущей, она не может от пенсии отказаться, понимаете? Поэтому вот здесь вот такая вот ситуация. Здесь, Елена Алексеевна, как раз про злоупотребление права. Как и любого другого права, этим можно злоупотреблять, к сожалению. Да? И поэтому более чувствительный механизм, на то есть на судебные инстанции, чтобы решать, в данном случае это является манипуляцией, злоупотреблением этим правом. Или все же реально опасная ситуация, где ребенку оставаться на самом деле нельзя. Вот. Поэтому давайте совершенствовать вот эти инструменты, но ни в коем случае не... У нас это еще инвестиционные меры. Добрый день, уважаемые коллеги. Я из Пензи, меня зовут Кутина Слава Петровна. Ну, в настоящее время я представляюсь вам как председатель Пензенского регионального отделения Совета женщин, который недавно организовал очень приятно видеть. Я Юрьевна сказала, что я Юрьевна сегодня говорила, потому что вспоминаешь, как мы все вместе работали, и много лет уже ведем разговор о том, как нам всем помочь. Но я хочу, обращаясь к вам, сказать, вот вы сидите все многодетные и успешные. А я знаю, что такое успешная многодетная семья. Потому что завтра моей дочери и матери исполняется 23 года, у нее четверо детей. Они успешная семья. Муж занимается бизнесом, она вообще сама ведет адвокатскую практику. И тем не менее, всегда они говорят о том, ну вот почему государство так сложилось, вот если ты многодетный,
самостоятельные малоимущие, то ты прямо, ну, все измучились обсуждать. И кризисный центр для нее, чтобы она там рожала. А чтобы собесы платили. Понимаете? И она даже не потому, что вот там, а вот, вот обидно. Хочется ребенка в хороший лагерь, а ей говорят, если ты малообеспечена, то пожалуйста. А твои дети, которые первые места завоевывают, то есть 5-10, короче говоря, я бы, обращаясь к вам, Анна, хотела сказать, вот когда будете собирать рабочую группу, когда будете готовить вот этот закон, который ведет понятие многодетной семьи, сделайте в этом законе так, чтобы государство было заинтересовано в многодетных успешных семьях. Вот тогда они дорожают, я тоже нет, я просто многоручная бабушка. К сожалению, а можно было бы да. Я просто пользуюсь случаем, хочу вас всех поблагодарить. Елена Анатольевна, дорогая моя, вот в преддверии 8 марта от нашей пенсионной организации тебе благодарность. Письмо всем твоим милым дамам. Я сама подойду тебе. А самое главное, мы успели от Лаховой Екатерины Филипповны, лично тебе, моя дорогая, как многодетной маме, да, почетный грамот от Российской Союзы. Спасибо тебе, моя дорогая, Россия. У вас так хорошо работает, что такое у вас центр, где берете кадры и по этой же теме. У нас у всех дети рано или поздно вырастают, да? Потом обучать. Дальше нас никак не поддерживают, то есть многодетные семьи. Допустим, если я 10 тысяч тратила на ребенка, нам хватало. Когда он уехал в Москву учиться, в Питер, расходы пошли 20 тысяч. Мы как бы не нуждающиеся, но... Покрыть эти расходы нечего. Да. Вот хотелось бы, чтобы еще многодетных поддерживали на этом этапе, когда мы своих детей обучаем. Дочь моя мама узнала, что в Москве хотя бы парковки бесплатные для многодетных. Она просто искала. Я вам рекомендую инициировать уже теперь совещание многоблочных вам. Всем здравствуйте, Широкова Анна из Нежинска. Хочу сказать большое спасибо за такое нужное и важное мероприятие. Тема, конечно, мы сегодня обсуждаем очень важную, многодетную маму. Но на самом-то деле тема глобальная, и звучит она как материнство и детство. И я сегодня представляю здесь особое детство. Я руководитель общественной организации города Снежинск, которая объединяет 150 семей, воспитывающих детей-инвалидов. И я хотела бы задать следующий вопрос. Я знаю, что сегодняшние присутствующие здесь мамы многодетные, тоже не одна воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому отделить вопрос многодетных мам или мам, воспитывающих детей инвалидов, очень сложно. Поэтому вопрос у меня следующий. Наверное, он к Алене Михайловне больше будет адресован. Наша организация уже 5-й год, и мы... Очень активно участвуем в проектах Русатома, который поддерживает социально значимые проекты. Но я хочу спросить такой момент. Я знаю, что Русатома есть программа по поддержке одаренных детей Русатома. И мне бы хотелось, чтобы сегодня в итоговую резолюцию был включен такой пункт, как раз поддержка особенных детей Русатома. Потому что та статистика, которую мы ведем 5 лет, она показывает, что практически 80% особенных детей – это дети сотрудников Росатома. И, конечно, когда в семье рождается ребенок с диагнозами, то инвалидность получается у всей семьи, и страдает и предприятие, и город, и общество в целом. Поэтому мне кажется, что в многодетной семье, это был ребенок или не многодетный, этот вопрос очень важный. И вот вносить его в отдельную тему, это очень нужно будет решить. Спасибо большое. Мне сейчас скажет Анне Юрьевне вопрос по закону о многодетных. Да,
проекта. Два вопроса. Это возраст, когда учатся, 23 года. Давайте не забывать, что у нас дети сейчас заканчивают школу намного больше, чем мы, то есть год, да? И плюс высшее образование, это все-таки 6 лет. Давайте не ограничивать 23 года, если ребенок является учащимся высшего учебного заведения, то все-таки для большинства это 24 года. Потому что вот этот последний год для многих он очень важен. Ребенку приходится выбирать, либо ты качественно пишешь диплом, да, либо ты идешь работать. И как бы ходишь на последний курс. То есть это очень важно. И второй вопрос – это сокращение многодетных мам. Закон у нас предусматривает дети-инвалиды до 18 лет, одинокие мамы до 14 лет, и если у тебя ребенку до 3 лет. Многодетные в этот закон не входят. То есть это лично меня касается, когда мы пошли в благополучная семья за третьим ребенком. В итоге, как только моему ребенку исполнилось 3 года, меня сократили с атомного предприятия, в том числе это к вам как предложение, да, может быть, на уровне корпоративного вести в Росатоме, когда идет у нас реструктуризация предприятия, чтобы многодетные мамы были как-то защищены в этом вопросе. Спасибо большое. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить, что вы приехали, от всех моих новых мам, которые мы подружились, от всех моих мам нашего города. Вместе мы силой прорвемся и благодарим вас, что вы тоже наша мама. И вместе мы перевернем этот мир и сделаем его лучше. И последняя реплика, ну это тоже такая вот прям тезис. Верните, пожалуйста, удостоверение многодетных семей, потому что мы в своих городах придумываем их сами. Мы сами их рисуем, сами приносим в администрацию и говорим, чтобы мы многодетные мамы носили с собой типы документов подтверждения статуса многодетных, да? Оно же было раньше государственное, теперь его нет. Оно потеряло свое, статус своего нет, да? Давайте вернем. Нет определения, так как нет закона, нет определения. Да. Если вам нужно не одно удостоверение, а два удостоверения семьи, папе и маме. Да. Как иначе пользоваться? Да, мы вообще все за, поэтому будет очень замечательно. Спасибо огромное.